Сегодня сотрудники центра приступили к монтажу новогодней ели. Искусственная красавица высотой в 15 метров сделана по аналогу уральской сосны. Над монтажом главного символа Нового года трудится бригада из 10 человек. Работа трудоемкая. Каждую ветку необходимо достать с консервации, очистить от пыли и распушить. Всего рабочим предстоит привести в порядок более 2500 составляющих частей, после чего их установят каркасную металлоконструкцию. Но даже частично смонтированная елка уже вызывает предновогоднее настроение у гостей и жителей Анапы. Это просто удивительно. Удивительно, потому что у нас в Новосибирске ее ставят только в декабре. И на месяц раньше приходит праздничное новогоднее настроение. Это просто чудо, это просто сказка. Очень прекрасно. Настроение должно подниматься. Очень даже позитивно к этому отношусь. Хорошо. Это создает такую некую волшебную, традиционную атмосферу. И создается уют. У людей, наконец, появляется новогоднее настроение. Все работы планируется завершить в течение 2 дней после монтажа веток. Елка будет украшена новогодними игрушками и световой иллюминацией.